После того, как растаял снег, в соцсетях появилось множество видео свалок вблизи микрорайона, в том числе и в Кустанае, которые, возможно, устроили сами местные жители. Всего же в прошлом году в Кустанайской области обнаружило больше 250 несанкционированных свалок. По словам специалистов, 91% из них были ликвидированы. Однако, как отмечают в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, из-за пандемии по коронавирусу в общем количестве снизилось число штрафов и нарушений. Но не потому, что люди стали меньше мусорить, подчеркивают чиновники. Причина – ослабление мониторинга, а также реже стали проводить массовые мероприятия. Сотрудникам департамента санитарного и эпидемиологического контроля работы не проводили в связи с пандемией COVID-19. Сотрудникам департамента ОЧС области за нарушение правил складирования промышленных и бытовых отходов, несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при сжигании указанных отходов в 2020 году было привлечено 766 физических и юридических лиц, что почти в 6 раз больше, чем в 2019 году. Полицейскими Кустанайской области было выявлено в 2020 году примерно 9200 штрафов на 43 миллиона тенге за нарушение правил благоустройства. Это меньше почти на 7%, чем в 2019 году. Статистика снижения заметна и у земельной инспекции. Ими выявлено 17 нарушений, что в 4,8 раза меньше, чем в 2019. Причем не все эти деньги уже взысканы в бюджет. Уже апрель месяц 2021 года взыскано всего 80%. 20% не взысканы. Вот местная полицейская служба слабо работает, и акимы работают слабо. Люди должны понимать, что нельзя сорить, не надо выводить мусор там, лесополосы, прибрежные территории этих водоемов, там, рек, озер и так далее. Не хотят вывозить на полигон, люди должны знать, что за это наказывается в виде штрафа. Также аким Кустанайской области указал на слабый контроль в регионах по предоставлению отчетности по вывозу мусора. Согласно официальной информации, акиматы городов и районов предоставляют искаженные данные по вывозу мусора на ТБО. А некоторые, такие как Амангельдинский, Карабалыкский, Наурзумский районы и Аркалык, и вовсе не отчитались о вывозе мусора в период проведения санитарной очистки. Архимед Мухамбетов подчеркнул, что в этом году подобная ситуация повториться не должна. Ведь уже в самое ближайшее время в регионе повсеместно начнутся массовые субботники, к которым коммунальные службы должны быть тоже готовы. Аспан Кимжанов и Татьяна Калюжная, РТН.